мой приятель, новости есть! Самое время к экрану присесть! Внимание, родители, места освободите нам! Детское время 15 минут! Отключи планшет и телефон! На экране волшебный микрофон! Волшебный микрофон! Привет, Катя! Виделись! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Пока наши родители выбирают маршрут летнего отпуска, мы сидим здесь с Вовой и листаем туристические проспекты. Отпуск-то у взрослых, а у нас каникулы. Я на своих каникулах уже третий год у бабушки в деревне. Парное молочко, свежий воздух и масса неиспорченных городом друзей. А я в летнем лагере с английским уклоном. То же самое, только без парного молочка. И все друзья из нашей английской школы. Да. Да. А давай искать во всем отрицательном положительные стороны и наоборот. А это как? Ну вот, например, отдых на Канарских островах. Ох, ну или Таиланд. Ужас. Давай лучше я попробую. Например, Индия. Нет уж, дай-ка опять я. Китай. Знаешь, Вова, а я вообще-то хотела в Париж. Я вся такая в красивом платье на верхушке Эйфелевой башни. Представляешь? Ага. А toi. À la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois. Вот тебе и Франция. It's humming on me, I feel the la melody. It's humming on me, the town is uneasy. Easy try to run, trouble me this. There is no one to blame, so when you play the game. Humming on me, I feel the la melody. It's humming on me, I'm same loads of moody. Easy try to run, trouble me this. There is no one to blame. It's hard to check these tones. Quick long pause. Don't look up. Couleur de ma mère. There is no one to blame, so we can play the game. I'm the enemy, I feel the la melody. It's coming in the middle, say my loss of mood. Easy trying to run, trouble under the sun. There is no one to blame. Love them and all souls. Love them and thoughts. To some blame. There is no one to blame, so we can play the game. I'm the enemy, I feel the melody. It's coming in me, I'm
trop âme de son. Le temps ne sait pas, ils sont pas. I'm the enemy, I'm the enemy, I'm the enemy, yeah. Your bad blood is on. I'm the enemy, ooh, oh, oh, blood is on. No, 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 no. Is it right or wrong, right or wrong? So we got blood again, no. Что у тебя там? Гвинея. Ха, ерунда. Сплошные землетрясения. То ли дело Вьетнам. Болото и змей. Лучше уж Гренландия. Во-во, сплошные льды и морозы. И голодные белые медведи. Уж лучше Египет. Жарище, пылище, верблюды плюются. Вот, я придумал. В Америку хочу. В Соединенные Штаты. Ну и что ты там будешь делать? Пройдусь по Бродвею, пройдусь по хайвею, и мне все-таки hello. А я им в ответ hello. Сфотографируюсь с Арнольдом Шварценеггером. Пригнись. Hasta la vista, baby. Love you. Isn't she lovely?
Вообще, на свете есть много интересных мест. Африка, например. В Африке рек почти нету. Оазисы есть или океан. Океан пить нельзя. Нет, Африка не вариант. Тем более, что там бармалей живет. Ты что, бармалея веришь? Нет, это я шучу. Хорошо, тогда в Латинскую Америку. Там столько интересного. Горы, реки, Апалачи. Какие палачи? Апалачи, горы так называются, темнота. Команчи вышли на тропу войны! Правильно, Вова. Самое главное, где бы вы ни находились, всегда быть веселым оптимистом. Потому что, если вы нытик и зануда, то никто не будет с вами дружить. Правильно. Нью-Йорк вам шумный, в Париже ветер, а палачи слишком высокие. Потому что дома всегда лучше. Эй, приятель, новости есть. К экрану присесть. Внимание, родители, места освободите нам. Детское время 15 минут. Отключи планшет и телефон. На экране волшебный микрофон. Позови друзей к нам сюда скорей. У нас открыты двери для творческих идей. Волшебный